Скоро в Югре объявится Воланд и его свит, а также мастер Маргарита. Встретить их можно в Ханты-Мансийске. Сюда с гастролями приедет Тюменский театр кукол. В КТЦ «Югра Классик» 1 и 2 февраля пройдут два показа. Самый популярный спектакль театрального сезона «Мастер и Маргарита» и не менее культовая постановка «Щелкунчик». Отмечу гастроли Тюменского театра кукол. Это часть межрегионального проекта «Культурное сотрудничество». Это инициатива губернатора Югры Натальи Комаровой и губернатора Тюменской области Александра Мора. Данный проект должен помочь творческим коллективам из разных регионов обмениваться профессиональным опытом и расширить культурные границы для зрителей.